Привет, ребята! Вы на канале Эванжелина ТВ Study Like Me. Посмотрите, что у меня есть. Oreo Blackpink. Сегодня мы будем распаковывать. Но я хочу посмотреть, какая там карточка, потому что цвет просвечивает. Давайте посмотрим. Это карточка, вот у меня вообще ни одной карточки нет, это первая карточка моя. Давайте разрежем, мне кажется, там будет три девочки, которые будут из группы Blackpink. Смотрите, здесь печенье Орео и карточка. Давайте посмотрим, какая есть. Вау, я угадала. Это карточка Blackpink. И там тут номер 5. Написан номер 5. Вау, клевая карточка. Давайте ее положим вот сюда. Первая наша карточка. Ну, мы сейчас будем... И давайте посмотрим, какая здесь Орео. Потому что здесь нарисована. Она розовая. Какую она на самом деле? Потому что бывает черная Орео. А розовая я никогда в жизни не видела. Они розовые! Смотрите, розовое печенье Орео. Давайте попробуем. Вкусно. Шоколадной начинкой. Очень вкусно. Там три печенья. Шоколадная начинка. Очень вкусное печенье. Орео. Ладно. Ладно, давайте дальше. А то у нас не одна упаковка. Давайте дальше. Посмотрим, что нам попадет. Ребята, у нас 10 упаковок. Как 10 карточек Blackpink. И тут по 6 пачек печенья. И знаете, что тут написан автограф, который я сейчас ела? Тут написано «Розе с моей любимой участницей». Тут еще автограф Джису, который мне тоже нравится. Автограф Дженни. Но только с Лисой почему-то нету. Так, ну это посмотрим. Нету с Лисой. Жалко. Но зато у нас есть три печенья с тремя участницами. А карточка, смотрите, блестящая, красивая. И тут сзади написана циферка 5. Значит, она по цифре 5. Очень хорошая цифра и плотная. Красивая карточка. Они там изображены с Орео. Она плотная, такая плотная вообще. Красивая. Ну, давайте дальше. Ребята, а давайте теперь посмотрим, еще какая там карточка попадется. Так, здесь Орео и также карточка. Так. Ребята, а давайте посмотрим, какая у нас карточка. Вот она! Это Лиса, которой у нас Орео не было в прошлой коробке. Вот наша Лиса. Мы ее сюда положим. У нас уже две карточки. И давайте посмотрим. Может, не такое же печенье.
точно такое же. Ну, давайте проверим на вкус. Точно такое же. И проверим начинку. Такая же. Очень вкусное печенье. Советую его попробовать. На, очень вкусно. Знаете что? Вот тут вот отдает вкус розового клубники. А это шоколад. Очень вкусно. Спасибо Алисе за так вкусное. Веду. И тут также все так же. Тут Джису, Дженни и Розе. И печенье очень вкусное. Как и было в первой упаковке с этой карточкой. А попалось нам сейчас вот это. Ой, главное, чтобы не повторка, так не терпится открыть. Вау, это, в общем, Орео также и карточка. Давайте посмотрим, какая-то не терпится. Ну, я ее от себя закрыла, чтобы не увидеть, а то для меня так волнительно. Джису! Джису! Это Джису! Это самая... Это шестая карточка. Джису! Вот у нас теперь три карточки. Ура! Я три попалки. А может так все попадут, и не все колется, а попадется. Это уже новая упаковка. Давайте посмотрим, не терпится. Так. Здесь также Орео и карточка. Я закрою от себя, чтобы не увидеть. Это очень... И... Это же Лиса, только другая! Это Лиса! Это Лиса! У нас теперь две Лисы! Ой, не буду пробовать другую эту, потому что не терпится открыть еще одни! Так, давайте открывать. Ну так же, печенье и карточка не терпится. Какая у нас будет? Так, давайте. Раз, два, три. Это новый, это Дженни! Дженни! Она из Орео, она после Джису идет. Опять хочется Орео. Пойду открывать заново, потому что очень сильно нравятся эти карточки. Давайте открывать. Так, печенье и карточка. Давайте посмотрим, где закрою от себя. Это моя любимая участница, Розе! Вау, это Розе! Давайте ее сюда положим, потому что это моя любимая карточка. Я уже сгораю от желания открыть следующую упаковку за печеньку. Нет, открою следующие коробочки. Так, ну давайте. Ребята, я видела! Это Джису! Это Джису! Вот, теперь у меня две Джису. Вау! Ура! Ура! Ребята, может съесть одну печеньку? Нет, не хочу вас томить и себя томить. Давайте открывать следующую. Ребята, у нас сейчас 7 карточек и ни одной повторки. Давайте посмотрим следующую. Ребят, здесь такая же, как и первая была карточка. Блин, у нас всего было 10 упаковок. И у нас остались только 2. Мы не соберем всю коллекцию. Ладно, положу ее рядом с ее повторкой. Ребята, давайте посмотрим следующую.
Так. Опять повторка. Ой, нет, это не повторка, это Дженни, только новая. Вот она. Вот, теперь у нас две Дженни. И у нас только осталась последняя упаковка. Я надеюсь, то, что там будет какая-нибудь новая карточка, а то мы не соберем две карточки. Главное, чтобы мы их все собрали. Ну, давайте следующую упаковку. Ой, главное не повторка. Главное не повторка. Ой, повторка. Подожди. Это не повторка, они просто очень сильно похожи, они разные. Вот, теперь у нас есть почти вся коллекция, но только не одной розе. Я очень хочу съесть печенька, давайте съедим одно. Ребята, у нас все есть карточки, кроме моей любимой исполнительницы, розе. Но мы не можем оставить в нашей коллекции дырку. Поэтому я сейчас бегу в магазин. Подождите 5 минут. Я сейчас приду. Все, это последняя упаковка. Теперь мы, может, соберем коллекцию. Я уже сгораю от желания открыть следующую коробку. Ладно, давайте хватит петь, давайте распакуем. Так, это карточка и печенье. Хоть бы розе, хоть бы розе, хоть бы розе. Это розе! Это последняя карточка! Все! Все, мы всю коллекцию собрали, посмотрите, ребята! Пожалуйста, на эту красоту мы все собрали. Ура! 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 Ладно, я уже проголодалась. Давайте съедим печеньку. Я очень есть хочу. Так, где наши печеньки? Так. О, печенька. Наслаждение. Вкус такой же, очень вкусный. У нас как 11 печений, мы можем их все съесть. Очень вкусно. И мы собрали всю коллекцию. Только с одной повторкой. Ну, ничего страшного. Пусть у нас она будет повторкой, ничего страшного. Зато я сбегала в магазин. И нашла розе. Всем пока-пока. С вами была Эванжелин ТВ, стадия Like Me. И смотрите, на моем столе лежит молоток Blackpink. И смотрите, на следующем видео у нас будет видео про молоток Blackpink. Я могу вам показать одни функции его. Смотрите, он горит. Теперь он может сделать вот так. Вот все. А если кто хочет увидеть видео про молоток, тогда подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Так вы не пропустите мое видео, и вам будет его найти легче. Всем пока! С вами была Oreo Blackpink и Эванжелина.